тоже тебя рада видеть. Поприветствовала. Вот так вот просто на улице стоит домик на колесах для тестирования. Любой может подойти и сделать тест. А вот и Эльба. Красота! Купили детям в ресторане гамбургер. Распаковочку покажу уже дома, что там нам положили. А это ресторан сам. Люди приходят в ресторан попить пиво и послушать классическую музыку. Вот такое увлечение у немцев. Распаковочка с ресторана. Ресторан Schiller Garten. Ему, кстати, уже... Он основан в 1730 году, если я не ошибаюсь. Так, что нам тут положили? Стоимость этого пакета 14 евро. Значит так. Картошка фри достаточно много, но мне на двоих детей хватило. Это майонез, кетчуп в пакетиках отдельных. В коробочке очень вкусная, уже попробовала, квашеная капуста. Ну, открывается квашеная капуста, листик салата и кусочек помидорчика. Вот, ну и сам царь гамбург. Гамбург. Ну, почти одинаково. Он оказался, на удивление, огромным. Я даже не знаю, как было показать, какой он большой, высокий, очень вкусный, очень сочный. Не стала уже расковыривать, но котлета очень толстая, залита слоем сыра. Классный. В общем, понравился. Это я детям покупала Филадельфию. Первый раз видела шоколадную Филадельфию. Купила попробовать. Смотрите, что произошло. Дети быстренько пол баночки попробовали. А еще им понравилось. Еще я покупаю вот Филадельфию с огурчиком со свежим. Очень вкусная она, таким свежестью. Классная для бутербродов. И так просто. И, конечно, купили мы атрибутику. Футбольную немецкую атрибутику. Вот такую классную, прикольную. Я себе веер взяла, жара такая. И смотрите, какие у меня цветочки. Синие. Такие красивые. Это мне муж такие цветочки купил. Да. На улице, гуляя с собакой, можно увидеть вот такие вот специальные ящики для отходов от собаки. Отходы от собаки. Ну, вы поняли, в общем. Вот такой у меня сад-огород. Укроп. Тут... неизвестно что. Салатик, укроп. Это цветы я посадила. Не помню какие, неважно, посмотрим. Ну вот что интересно, кто знает, почему? Почему? Во. Почему у меня клубника цветет вот таким цветком? Я в Украине видела белые цветы, а тут почему-то они вот такие. Почему? Видите, сколько у меня навязалось? Будет много-много клубники. И вот малыши навязались. И вот малыши навязались. Ну почему красный, не пойму. Красиво, конечно, но должен быть белый цветок. Напишите в комментариях, почему цветок красный.